чудесная шуба Алдара Косе. Казахская народная сказка. Только в лисьей шубе в такую холодную зиму нельзя было замерзнуть. А в дырявой, придырявой шубенке Алдар Косе мерз каждый день. Ехал он раз по степи, руки, ноги озябли, нос посинел. Скорей бы до теплой юрты добраться. Ветер свистит, за уши хитреца хватает, а в степи нигде не видно дыма над аулом. Напрасно махал камчой Алдар Косе. Старый тощий конь не мог бежать. Взмахнет он гривой и опять шагом идет. Плохой конь, долгая дорога. Качая головой, говорил сам себе всадник. Ехать еще далеко, собачьего лая не слышно, и ни одной юрты в степи нет. Пропадешь при таком морозе. Вдруг увидел он, едет навстречу всадник. По хорошему бегу коня Алдар Косе догадался, что едет бай. Хитрец сразу же смекнул, что делать. Он распахнул свою дырявую шубенку, выпрямился в седле и запел веселую песенку. Встретились спутники, остановили коней и поздоровались. Бай в теплой лисьей шубе ежится от холода. Алдар Косе шапку на бок сдвинул, отдувается, точно на санцепёке в летний жаркий день сидит. «Неужели ты не замерз?» – спрашивает бай хитреца. «Это в твоей шубе холодно, а в моей очень жарко!» – отвечает Алдар Косе. «Как же может быть в такой шубе жарко?» – не понимает богач. «А разве не видишь?» «Вижу, что вороны рвали твою шубу, и в ней дыр больше, чем меха». «Вот и хорошо, что дыр много. В одну дыру холодный ветер входит, а в другую выходит, а мне тепло остается». «Надо у него эту чудесную шубу выманить», — думает бай. «Вот тепло будет, если байскую шубу надеть», — размышляет хитрец. «Продай мне твою шубу», сказал бай Алдару Косе. «Не продам! Я без своей шубы сразу замерзну!» «Не замерзнешь! Возьми в обмен мою лисью шубу!» — предложил бай. «Она тоже теплая!» Алдар Косе сделал вид, что и слышать не хочет, а сам одним глазом смотрит на теплую шубу, а другим на байского скакуна любуется. «Шубу отдам и денег прибавлю», – стал соблазнять бай. «Денег мне не надо. Вот если коня дашь в придачу, тогда подумаю». Обрадовался бай, согласился, снял свою шубу и отдал коня. Надел Алдар Косе лисью шубу, пересел на байского скакуна и помчался, обгоняя ветер. Хорошо теперь было Алдару Косе ездить от аула к аулу в теплой шубе на хорошем коне. Каждой юрте спрашивали у хитреца: «Откуда у тебя лисья шуба и конь-бегунец?» «Сменял на чудесную шубу, в которой 70 дыр и 90 заплат». Потешая людей, Алдар Косе рассказывал, как бай накинулся на его дырявую шубенку и отдал ему свою лисью. Смеялись люди, угощая кумысом хитреца. Когда смех ослабевал, Алдар Косе каждый раз повторял: «Далек путь или близок, узнает тот, кто пройдет. Горькую еду от сладкой отличит тот, кто поест».